Больше 2000 километров дорог региона обследовали североказахстанские полицейские. Выявили около 700 дефектов в содержании полотна. Об этом сотрудники говорили на встрече с подрядчиками, которые занимаются обслуживанием трасс. Подробности в сюжете пресс-службы областного департамента полиции. Гололед, бураны и переметы часто становятся причиной ДТП. И в ситуации сложных погодных условий большая ответственность лежит на обслуживающих компаниях. От их работы напрямую зависит безопасность всех участников дорожного движения. Об этом говорили на встрече полицейских, подрядчиков, занимающихся обслуживанием трасс, и представители управления пассажирского транспорта и автодорог области. Целью данного совещания является повышение качества содержания автомобильных дорог области. На сегодняшний день в области областных дорог протяженность их составляет 1983 километра. Данные меры направлены на повышение ответственности подрядных организаций в ходе выполнения работ по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах областного значения. Обсудили вопросы использования противогололедных материалов, установки дорожных знаков, а также оперативного информирования о проблемах на трассах, требующих немедленного реагирования. Создали рабочую группу. Полицейские отмечают, что каждый житель может написать и отправить фото или видео по проблемным вопросам на официальные аккаунты ведомства. Решение существующих проблем возможно только при совместном оперативном реагировании местных исполнительных органов, а также подрядных организаций. В свою очередь это повлияет на должное обеспечение безопасности дорожного движения и сохранности жизни и здоровья нашего населения. С начала года североказахстанские полицейские провели около 200 обследований областных трасс. Охват составил более 2300 километров. Выявили почти 700 дефектов в содержании дорог. Выдано 184 предписания на устранение нарушений. Айгерим Мукашева при содействии пресс-службы областного департамента полиции.